Полярное сияние – это одно из красивейших природных явлений нашей планеты. Представляет оно собой разноцветное свечение, возникающее в земле. Снег – это мелкие кристаллики, которые выпадают из облаков зимой. Гроза – огромные электрические разряды, которые возникают в небе с раскатами грома. Дождь – это осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды. Радуга – это оптическое явление, вызванное взаимодействием солнечного света и капель воды в атмосфере. Дождь из животных – редкое явление, отмеченное во многих странах в разное время. Чаще всего такой дождь состоит из рыб или лягушек. Извержение вулкана – это процесс выброса лавы на поверхность Земли. Чудес природы очень много. Это и удивительное по красоте северное сияние, и необычное.